Большой выбор соковыжималок, электросушилок, мясорубок. Доступные цены. Мир техники. Володарского, 36. Телефон 46 68 70. Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Карманова Жанна. В магазине «Мир техники» большой выбор соковыжималок, электросушилок, мясорубок. Доступные цены. «Мир техники» Володарского, 36. А теперь о прогнозе синоптиков. Во вторник Зауралье окажется под влиянием теплого атмосферного фронта с запада, связанного с атлантическим циклоном, из-за чего небо постепенно вновь нахмурится и кое-где пройдут небольшие дожди. При этом температурный режим будет на 3 градуса выше своей климатической нормы. В Екатеринбурге плюс 7-9 – дождь. Тюмени плюс 10-12. Челябинский плюс 9-11. Небольшой дождь. В Кургане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный – слабый. Температура воздуха – плюс 3-5. Днем в Кургане облачно, небольшой дождь. Ветер юго-восточный – 4-9 метра в секунду. Температура воздуха – плюс 11-13. Атмосферное давление ночью будет расти, днем начнет падать и составит 766 миллиметров ртутного столба. 4 октября солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго!